Всем привет! Это видео о том, как обрезать видеоролик прямиком на смартфоне или планшете, на Android-устройстве или iOS. В одном из предыдущих видео я уже рассказывал о способах обрезать видео в домашних условиях, на ПК или ноутбуке. Ссылка на него будет в описании. Сегодня же рассмотрим мобильные устройства. Поехали! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Как обрезать видео на Android-устройстве? Еще несколько лет назад обрезка видео на мобильном устройстве была еще той головной болью. Было проще скинуть ролик на компьютер и отредактировать его там. Но сегодня, когда посты в социальных сетях чаще делаются из смартфона или планшета, нежели с ПК, это никак не актуально. Благодаря приложению Google Photo можно обрезать отснятый на смартфоне или закачанный в него ролик, независимо от того, какое устройство вы используете. Зачастую Google Photo уже установлено производителем на Android-устройстве, но если нет, не думаю, что установить его будет проблемой. Чтобы обрезать видеоролик, используя Google Photo, запустите приложение и откройте в нем ролик, который необходимо обрезать. После этого выберите функцию редактирования ролика. В открывшемся окне для редактирования выберите двумя белыми курсорами ту часть ролика, которую необходимо оставить. И нажмите «Сохранить» или «Save». Приложение сохранит обрезанный ролик в память устройства, в папку «Photos Editor». Но его также будет видно и в самом приложении Google Photo. При желании, конечно же, можно использовать одно из многих доступных в Android Play Market приложений для обрезки и редактирования видео. Как видите, их также очень много. Делать обзор каждого смысла не вижу. Они, как правило, однотипные. Давайте рассмотрим YouCut. Мне нравится, что в нем минимум рекламы. Итак, установите и запустите приложение. Нажмите «плюс» и загрузите видео, которое необходимо обрезать. Выберите функцию «Обрезать». Выделите желаемый фрагмент, который вы хотите видеть на выходе. И подтвердите обрезку, нажав галочку. Нажмите кнопку «Сохранить» и сохраните обрезанный ролик. Вот и все. Все отредактированные ролики приложение сохраняет в папку в памяти устройства под названием YouCut. Как обрезать видео на iPhone? Если вы пользователь iPhone, то вы также можете воспользоваться описанным в предыдущем пункте способом обрезки видео, ведь приложение Google Photo имеет версию и для iPhone. Но на устройствах iPhone или iPad также есть свое приложение с названием Photos, с помощью которого также можно обрезать видео. Для этого откройте программу Photo и запустите видео, которое требуется изменить. Нажмите функцию «Изменить». Перемещайте ползунки по обе стороны временной шкалы видео, чтобы изменить время его начала и завершения. Нажмите «Готово», а затем «Сохранить как новое». Программа Photo на устройствах iPhone или iPad сохраняет ваши правки как новое видео, чтобы при желании можно было использовать длинную или короткую версии. На этом все. Если у вас возникнут вопросы по описанным видеоинструментам, то задавайте их в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Всем спасибо за просмотр, всем пока!